Итак, сегодня 24 апреля, мы будем проводить скарификацию газона. Вот наш газончик. И тестировать скарификатор Makita на нашем топовом газончике. Так что сегодня будет хороший обзор. Температура у нас сегодня ожидается плюс 10, плюс 12 градусов днем, солнечная погода. И мы сегодня приступим уже к скарификации. Все. Вот так выглядит наш газон перед скарификацией. Вот. У нас уже тепло в Татарстане. И сейчас мы с скарификатором фирмы Makita будем прорезать дерн. То есть у нас скарификация методом прорезания дернины. И также будем выковыривать весь войлок из нашего газончика, который скопился. Кстати, вот заметно места, где очень большое было складирование снега. Вот, то есть вот сюда валили. И вот здесь снежок. Ну, такое-то. Мы потом кучи, конечно, зимой все разбивали, чтобы газон не перепревал, потому что мы это проходили уже. Вот. Но, тем не менее, сегодня мы сделаем скарификацию хорошую вот этому газончику. Вот так он выглядит. Форсуночки вот мы все отметили уже. Вот они. То есть заранее полив запустили, форсунки отметили, дабы нам скарификатором все форсунки не подшибать. Так что, так вот. Итак, мы будем тестировать вот такой электрический скарификатор фирмы Makita. Модель называется UV3600. Травосборник вот такой, значит, травосборник 40 литров и ширина обработки 360 миллиметров. Вот, сейчас мы раздвинем все наши, раскрутим все наши удлинители и начнем скарификацию. Сейчас я покажу ножи. Марат, переверни вот так ее. Сейчас покажу ножи какие. Вот так, нет, боком. Угу. Вот смотрите, ножи. Для прорезания как раз дернины для скарификации. Ножи, кстати, новенькие, хорошие. Вот такой травосборник. Травосборник мы сейчас вообще уберем. Мы будем все это собирать граблями. Так, обратно поставь меня. Будем собирать граблями. Ну, вот такой. Так, и сейчас мы подберем глубину прорезания дернины. Наверное, я поставлю сейчас пока... Даже сразу, наверное, минус 10. Сейчас посмотрим, как пойдет. Потом, если что, переставлю. Вот, потому что я люблю глубокую скарификацию. Это дает хороший положительный эффект. Вот такой скарификатор Makita. Вот он. Сейчас начнем. Вот по этому газончику поработаем. Ну вот, мы сделали пробный прогон скарификатором Makita. Значит, вот этот первый рядок у нас идет минус 10 миллиметров. А второй минус 5. Ну, вот со стороны это выглядит вот так. Вот. Мне, откровенно говоря, минус 10 понравилось намного больше. Глубина. То есть мы будем сейчас весь газон делать минус 10. Гораздо лучше прорезает дернину, выдергивает весь войлок. Дыхание. Снега было много, воды было много, поэтому, наверное, уплотнение хорошее. Поэтому будем подавать кислород. Наш газончик. Вот на минус 5 как. Ну, не совсем не этот такое легкое. А на минус 10 прям шикарное прорезание. Прям супер. Ну, вот заметно даже по войлоку. Здесь намного войлока больше, чем вот с правой стороны. Будем делать в шахматном порядке. Сначала так ездим, потом перпендикулярно уже. Ну, ничего, хорошая Makita. Интересно, сейчас вот я сам поработал за ней. Очень классненько. Итак, вот у нас произошла скарификация. Уже половина газона, половина нашего футбольного поля. Вот. Видите, разница какая. То есть здесь у нас скарификация прошла. Здесь еще предстоит. Делаем, я напомню, мы скарификатором фирмы Makita. Вот таким. Вот он. И здесь единственное из новшеств, что мы придумали, это вот поставили такую палочку. Для чего, Марат? Чтобы у нас трава вылетала в войлок, да, наш? Да, чтобы не забивало. Да, чтобы... Да, забивается, застревает, и значительно все лучше пошло. Ну, вот такое вот поставили. Одно из новшеств.
Вот, ну вот, скарификация идет. То есть я повторюсь, мы сейчас сначала в одну сторону будем идти, потом уже перпендикулярно. Сейчас в одну сторону пройдем, соберем весь войлок, весь отпад, и потом продолжим уже в перпендикулярном направлении. Так что этот скарификатор работает хорошо, мне нравится, как он выдергивает войлок. И работаем, повторюсь, мы на минус 10 миллиметрах. Вот так мы снимаем войлок, прям хорошо прорезаем. Все, продолжаем. Ну вот, формируем вот такие кучки на газоне. То есть это в одном направлении прошли. Вот они. Это все делается веерными граблями. Сгребается все в одну кучку. И дальше уже вот в такие прочные пакеты, 120-литровые, начинаем набивать войлок. Вот, главное пакеты прочные брать. Вот это хорошие, хорошей прочности. Чтобы было удобно, комфортно. Вот видите. И вот таким образом... Сейчас мы пока одно направление, получается, прочесали. Сейчас весь войлок в мешки. И дальше начинаем с скарификатором уже работать по следующему перпендикулярному направлению. Вот после скарификации в одну сторону получилось у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 мешков. И сейчас мы начали скарификацию в противоположном направлении. Вот как этот процесс происходит. Перпендикулярно. Работа в шахматном порядке. Вот. Вот так происходит этот процесс. Сейчас перпендикулярно в шахматном порядке проходим газончик. Скарификация. Итак, мы произвели скарификацию. Сейчас уже поперек. То есть вот так проходили. Вот скарификатором Makita. И сейчас сбор травы. Заодно у нас происходит процесс вычесывания еще. И сейчас будет состоиться вывоз. Вот. И, соответственно, газон этот будет обслужен. Вот такой скарификатор мы используем. Makita. Модель UV3600. Ну, естественно, электрический. Вот, видите. Вот сейчас. Значит, шахматный порядок. Сначала мы так проходили, скарификацию делали. А потом так. И получается вот такой результат. Ну, очень хорошо, собственно говоря, это все вычесал он. Вычесал, прорезание дернины сделал. Вот, дернина все сейчас задышит. И все у нас заиграет новыми красками. Скарификация газона закончена. Значит, производили мы ее электрическим скарификатором Makita. И, значит, метод скарификации был это прорезание дернины. И граблями веерными еще раз проходили, вычесывали остатки войлока, который у нас был на поверхности. Вот. Вот такой имеет вид. Значит, проходили в шахматном порядке. Сначала проходили так, потом перпендикулярно. Вот такой эффект. Обратите внимание на газон после скарификации на второй день. Вот такой он у нас выглядит. Два дня прошло. Вернее, мы скарификацию делали в субботу. Сегодня понедельник. Вот такой вид. И вот видите, виден шахматный порядок проведения скарификации, прорезания дерна. И вот такой сейчас вид у нас имеет наш газончик. Вот так со стороны проводили скарификатором Makita.